Брифінг начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Доброго вечора, дорогі земляки. Давайте коротко подведем итоги сегодняшнего дня и уходящей недели. Обстановка на нашем направлении фронта остается стабильно напряженной. Все наши части проявляют настоящее мужество и героизм. Орки действительно столкнулись с армией, которая готова и умеет защищать родную землю. В частности, по данным Минобороны Украины и оперативного командования «Південь», на неделе нашими военными была пресечена попытка вражеской диверсионной группы проникнуть в тыл к нашим войскам в районе Добрянки Херсонской области, это фронт. Почти вся ДРГ оккупантов была уничтожена. Успешно был отбит предпринятый после этого штурм орков, враг понес потери и вынужден был отступить назад. Также пресечены попытки других ДРГ врага прорваться в районе населенных пунктов Князевка и Ольгина. Также продолжают успешно действовать наша авиация, в том числе вертолетчики, которые нанесли удары по скоплению техники противника в районе Давыдова Брода и других населенных пунктов. Я не могу все рассказывать, но есть и другие успехи. Враг несет значительные потери в живой силе и технике. В целом, благодаря мужеству и героизму всех наших подразделений, ситуация на нашей линии фронта полностью находится под контролем ВСУ. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский был у нас в Кривом Роге с рабочим визитом, а также на передовых позициях нашего участка фронта. Верховный главнокомандующий наградил наиболее отличившихся солдат и офицеров, сражающихся на нашем направлении. Еще раз всем передаю от него благодарность и высокую оценку. Также президент провел совещание по ситуации в нашем регионе. Благодарю Владимира Александровича за поддержку по многим вопросам. Очень напряженной остается ситуация на нашем направлении в связи с резко возросшим количеством обстрелов со стороны орков буквально из всех имеющихся у них видов вооружения. Враг продолжает совершать настоящее военное преступление, обстреливая мирные населенные пункты, школы, жилые дома, целенаправленно поджигая поля с посевами. Вчера утром оккупанты ударили по центру абсолютно мирного микрорайона Ингулец нашего города. Били просто в ту сторону, по спящим людям. Выпустили залп сразу 10 ракетами из Торнадо-С. Мы четко понимаем, где был выход между Новорайском и Костыркой. Это около 70 километров до Ингульца. Это важно понимать. И что хочу подчеркнуть, после того, как наши героические воины отодвинули фронт на более чем 50 километров, орки из артиллерии и градов, которые стреляют с дальностью до 40 километров, до Кривого Рога уже не достают. В том числе и до Ингульца, конечно. Поэтому обстрел был из системы Торнадо-С, которая может стрелять на 120 километров. К сожалению, есть жертвы. От обстрела погибла одна женщина 1981 года рождения, которая работала поваром в детском садике и просто шла на работу. Позже в больнице Атран скончалась 20-летняя девушка, спортсменка, победительница международных соревнований по спортивным танцам, которая вышла утром с папой на тренировку. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но она получила несовместимое с жизнью осколочное ранение. Были ранены еще трое гражданских, отцу погибшей девушки, у которого серьезные травмы. Была оказана помощь, и сейчас он средней тяжести и стабильный. Еще двум людям с легкими травмами врачи оказали тоже всю необходимую медицинскую помощь. Есть разрушения в 102-й школе и около 20 жилых домах. Проведены работы по разминированию, обнаружены и уничтожены неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Еще вчера мы завезли на Ингулец пленку, рубимасту, СБ и другие строительные материалы. Бригады уже работают. Будем выдавать помощь людям, в том числе и деньгами, чтобы они могли восстановить свое жилье. Также вчера под вечер враг нанес еще один удар по пригороду Кривого Рога. Прямым попаданием трех ракет «Калибр» в Радушном полностью уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры. Всю ночь и сегодня днем там ликвидировали последствия удара. Также всю неделю враг обстреливал громады Криворожского района, Апостоловскую, Широковскую, Зеленодольскую. Там также есть разрушения и повреждения школ, детских садиков, других мирных объектов. Сегодня ночью враг обстрелял окраины Зеленодольской громады. Тоже без втрат. В течение дня были тоже обстреляны, но там попало в поля, тоже окраины Зеленодольской и Широковской громады. Когда мы победим, то обязательно отстроим и дома, и школы, и детсады, и предприятия. Но за отобранные жизни мирных людей оркам
никогда не будет прощения. Они обязательно понесут наказание за свои кровавые преступления. В самом Кривом Роге ситуация находится под полным контролем военной администрации, ВСУ и правоохранительных органов. Все органы власти четко выполняют свои обязанности. Вся инфраструктура города работает стабильно. Вместе с военными мы продолжаем усиливаться на всех линиях обороны. Благодаря дополнительно закупленной нами тяжелой технике, работа ведется еще более эффективно. Могу сказать, что мы приняли решение и купили еще 10 экскаваторов. Также военная администрация города продолжает оказывать значительную помощь нашим частям в материально-техническом обеспечении, в том числе автотехникой, беспилотными летательными аппаратами, квадрокоптерами, средствами связи, стройматериалами, формой и многим другим. Город продолжает оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Бесплатные продуктовые наборы от города на втором этапе получили уже более 40 тысяч криворожских семей, а всего уже получили такую помощь более 75 тысяч семей. В город продолжают прибывать беженцы. На этой неделе удалось эвакуировать еще около 100 человек из фронтовых сел Херсонской области. В том числе вывезли одного дедушку, 92 года дедушки, и еще несколько от пожилых людей, близких к нему по возрасту. Все переселенцы, кто в этом нуждается, получают необходимую помощь с расселением, питанием, медицинскую и социальную. Количество только зарегистрированных переселенцев у нас уже больше 53 тысяч. Реальная цифра до 70 тысяч. Кривой Рог продолжает оказывать помощь прифронтовым громадам Криворожского района и фронтовым громадам освобожденной части Херсонской области. Мы также помогаем восстанавливать инфраструктуру, оказываем медицинскую помощь, проводим эвакуацию, помогаем стройматериалами. Всего с начала войны, вот, например, хочу сказать, мы передали находящимся на нашем направлении херсонским громадам только продуктов уже больше 100 тонн. Из мирных новостей недели. Совсем недавно мы создали для Криворожской гидворы 38 летних клубов. Оказалось, очень много желающих, мы провели дополнительную работу, и теперь таких летних клубов уже 66. По-прежнему они открыты лишь там, где есть укрытие. Безопасность прежде всего. Конечно, я понимаю, что и 66 клубов, наверное, на всех желающих может не хватить. Но в сложившихся условиях мы действительно делаем все возможное, чтобы дети могли нормально развиваться и были под присмотром. Также в городе организованы онлайн-курсы «Говоримо українською правильно». А для тех, кто хочет общаться вживую, открыто 23 языковых клуба «Спілкуємося українською» в городских библиотеках, в которых в них прямо или рядом также есть укрытие. Подчеркну, это не принудительно, никто никого по языковому принципу делить не собираются, но постепенно, взвешенно, спокойно и лагерно перейти на украинскую, я уверен, будет правильно. О наших мирных победах. На чемпионате Украины по вольной борьбе наши спортсмены из ДЮС США номер 2 взяли призовые места. Владислав Абрамов – золото, а Никита Абрамов – бронзу. Поздравляю! И в конце хочу еще раз остановиться на двух принципиально важных моментах. Первый – строго соблюдайте все правила военного положения, особенно воздушной тревоги. Вы видите, что у орков нет понимания человечности. Ударить своими ракетами они могут куда угодно и когда угодно. Берегите себя и своих близких. И второе – ни при каких условиях не трогайте незнакомые предметы. Вот даже и не подходите, чтобы их рассматривать. Сразу звоните 101 и 102, спасатели знают, что с этим делать. Уважаемые земляки, я благодарен всем вам за выдержку, за единство, за ту работу, которую делает каждый на своем месте. Кривой Рог действительно бьется, как одно сердце. Все вместе мы работаем на победу, и мы обязательно победим. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине!